Благослови, Владыко! Благословен Бог наш, всегда ныне и присно во веки веков. Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю нашей истины, и же безицы вся исполня. Мольбы рабов своих и избавите от недуга винопьянства и спасительным страхом своим в чистоте, воздержание и правде души и соблюсти Господу, помолимся. О, еже не спасайте на рабов своих духа премудрости и разума, сади в сердца и страсть свой божественный, отгнать и буясь и просветите ум, Господу помолимся. Презрите на рабов своей страждущей душе и телом, и разрешите их от смертоносного зелья, и Боже ради связани суть, и порабощение волею да припадут к Богу в покаянии, и причастники благочестия будут Господу, помолимся. Боже, посетите рабов своей посещением Святого Своего Духа, и избавите их от недуга винопьянства, в них гнездящийся Господу, помолимся. Вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Святое, Пречистое, Преблагословенное, Славное, Владычество нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. А Ты, Господи, сотворил человека по образу Твоему и по подобию, и Духа Святаго Тому даровавый, избави паче создание Твое по работе вражия, отверзи ему двери покаяния, ангела света пасти ему, избавляющего всякого навета вражия, услыши, Боже, припадающих Тебе в скорби и печали, не отврати лица Твоего от одержимых пагубную страстью, винопития, наркомании, громании, но дашь им крепость, надежду, веру, произволение, благое утвердение привети их по спасительному воздержанию, по полицерании согрешений вольных и невольных, да вселится в них благодать Твоя, просвещающая и очищающая всего человека, исцели их от тяжкого недуга, пьянства, наркомании и игромании, освободи от обращения духовного и обвинения сердечного, даруй им здоровье душевное и телесное, направи на путь трудолюбия и благочестия. Услыши, милостивый Господи, вопли родителей и сродников, плачущих по чадям и ближних своих. Твоего есть и же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Отца и Сына и Святого Духа. Я православный христианин, прихожанин Святого Покрова Собора, города Гродно, раб Божий Владимир, познав свое согрешение и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях, и не произносить скверных и гнилых слов сроком на один год,
чем да поможет мне Господь Бог силою честного и животворящего Христа. Всепречистая Владычица нашей Богородицы и Пресная Дева Мария, и молитвами всех святых. Аминь. В удостоверение всего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Я, православный христиан, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Николай, познав свое согрешение и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляя твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предусудительных играх и весельях, и не произносить скверных гнилых слов сроком на один год. В чем-то поможет мне Господь Бог силу честного животворящего Христа, за заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и молитвами всех святых. Аминь. В удостоверении чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. И Сына, и Святаго Духа. Я, православный христианин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Геннадий, познав свое согрешение и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях, и не произносить скверных гнилых слов сроком на 2 года. В чем да поможет мне Господь Бог силой честного животворящего Христа, заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, молитвами всех святых. Аминь. В удостоверение чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Отца и Сына и Святаго Духа. Я православный христианин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Александр, познав свои согрешения и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкие обещания не пить спиртное и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях, и не произносить скверных, гнилых слов сроком на 3 года. Также не курить и не употреблять табак сроком на 3 года. В чем да поможет мне Господь Бог силой честного и животворящего Христа, заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и молитвами всех святых. Аминь. В удостоверение чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я православная христианинка, прихожанка Свято-Покровского
собора города Гродно, раба Божия Марина, познав свои согрешения и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляя твердое намерение и до крепкое обещание не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различных рода предосудительных играх и весельях, не произносить скверных, гнилых слов сроком на один год, в чем да поможет мне Господь Бог силой честного и животворящего Христа, заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии и молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Господу помолимся. Господи, Спасителю наш, претерпевай веление искушения в пустыне от дьявола, не допусти нас быть и послушными его рабами, яви благодать твою в сохранении данного слова, помози, умудри, трезвенно пожить во все дни живота, укрепи стопы, да не поползновенно приедем поприще, от Тебе все благи заповеданные. Господи Боже наш, щедрый и многомилостивый, не хотя смерти грешника, но я же обратитесь и живы быть ему, презри милостью Твоему ко мне страждущих, от свиянства раб Твоих, Ты весь и скорбь, о недуге Твоем, весь и немощь естества нашего, зришь силу великого рукавого Искусителя, вразуми врачей его умом, у врачу не думающих утверди, в благоразумную прими воздержание, да не обладает ими уныние и ропотливость, да имут заботу о спасении души, о здравии тела во славу Твою, и о благодействии на пользу свою, и на благо ближних, да трезвенно поживут, и достойно прославят имя Твое. Аминь.